Эффективность и развитие сельского хозяйства снова в центре внимания президента. Сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко ознакомился с работой агрохолдинга «Купаловская». Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Слежи» хозяйства «Амкадор Шклов». Здесь президенту рассказали о мерах по повышению эффективности сельхозобъединения, подготовке к весенним полевым работам и модернизации скотоводства. Создавая этот холдинг, пошли на укрупнение. Это позволит работать эффективнее и максимально использовать ресурсы. Говоря об убыточных хозяйствах, глава государства заверил, что они не останутся без внимания. Их необходимо выводить на рентабельную работу. Сегодня на белорусско-польском бизнес-форуме в Минске деловые круги договариваются о новых проектах. Взаимный товарооборот за прошлый год превысил 2,5 миллиарда долларов. Это лучший показатель за 8 лет. И впервые у Минска положительное сальдо. В пользу белорусского экспорта сыграл рост поставок продукции металлургии, нефтехимии и деревообработки. Теперь стороны ставят новую планку – 3 миллиарда долларов. Достичь ее помогут новые проекты в IT-сфере, а также еще большее вовлечение предпринимателей. В Беларуси могут расширить перечень нарушений правил дорожного движения, которые фиксируются видеокамерами. Сейчас таким образом контролируются только нарушения скоростного режима и правил парковки. Депутаты предлагают отслеживать также проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда. Законопроект о дорожном движении содержит и другие инновации. Систему начисления баллов за нарушение правил документ планируют рассмотреть на весенней сессии.